Дорогие друзья, вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. Присоединяюсь, коллеги. Матч обещает быть что надо. Азар. Манданда. Модрич. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Рэмзи! Какое шикарное спасение! Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. С ближней дистанции бил игрок, и взять такой мяч, конечно, было чрезвычайно трудно. Хороший вынос мяча из штрафной. Терри. Хороший контроль мяча. Уверенно сыграл на перехват. Штрафной удар. Арбитр пока не торопится расставать предупреждение. Азар. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. От души. Есть удар! Не прошел удар. Защита на месте. Спасает вратарь. Но мяч у атакующей стороны. На фланге мяч. Есть свободное место перед игроком. Терри. И это шанс забить. Голкипер забирает мяч. Хорошо мяч перехватили в атаке. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Штрафной будет. Прилично до ворот, но он все же попробует пробить отсюда. Через короткий пас разыграли. Браво. Шкртел. Терри. Рэмзи. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Терри. Рэмзи. Манданда. Все верно. Выносит он мяч из своей штрафной. Это аут. Нет, не дошел этот пас до адреса. Легко и непринужденно проходит он оппонента. А сейчас вперед можно выйти. Слава богу, мяч будет введен в игру. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Выбит мяч из штрафной. Очень своевременный отбор. Если бы не он, быть беде. Терри. Рэмзи. И пробил. Это мимо. Манданда. Модрич. Азар.
Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Фигули. Рэмзи. Шкртел. Браво. Рэмзи. Мяч вперед идет к чужим воротам. И мяч в воздухе после такого выноса. Есть игрок впереди. Пройдет передачу. Кулаками играет вратарь, и мяч выбит. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Удар! Угловой удар назначается. Болельщики приветствуют этот угловой. Еще бы! Давно их команда не имела моментов забить. Болельщики гостей пытаются свистом привлечь внимание судьи к затяжке времени со стороны хозяев. Если они и дальше будут так неохотно вводить мяч в игру, арбитр может выписать пару желтых карточек. И будет абсолютно прав. Азарт. Кажется, появляется возможность для потенциального... И бьет! Вратарь ждал этот мяч и легко забирает его. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом... Второй тайм начался. Терри. Рэмзи. Какой финт! Великолепно! Удар по воротам. Игра остановлена. Будет угловой. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Можно выходить вперед, бей! Команда получает право на угловой. Посмотрим, получится ли забить и выйти вперед. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Опасно тут может получиться. Модрич. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Хорошо, мяч перехватили в атаке. Как же здорово он играет в пас. Терри. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде.
опасный момент. Есть вариант развития атаки. Удар. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Манданда. Все верно, пора сместить акцент атаки. Ну что же, стоило бы хотя бы попытаться. Терри. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Азар. Модрич. Такие передачи придают атакам остроты. Не получилось. Хотел он сместить акцент атаки, но соперник перехватил мяч. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Рэмзи. Нужен навес. Выбивай! На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбит. И открывается партнер под атаку. Защитник остался позади. Потери и у соперника. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Фегули. Ушел мяч, аут. Хорошо укрывает мяч корпусом. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Скидка назад. Сейв, но атака продолжается. И мяч выбит из штрафной. Азар. Терри. Браво. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Какой момент! Нужно бить! Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Терри. Слушайте, какая культура паса все-таки у него, а? Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Мяч ушел в аут. Рэмзи. Терри. Манданда. Громко сейчас на трибунах. Гонят болельщики вперед свою команду. Азар. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. 81-я минута. Браво. Играть осталось самую малость, но я, например, не рискну сейчас назвать победителя. Рэмзи. Не получилось у атаки что-то тут придумать. Мяч у защитника. До конца матча осталось 5 минут. Много забивать. Пас на ход может быть интересно. Мяч в аут ушел. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Грамотный пас. Все по делу. Рэмзи. Терри. Играют в короткий пас, они сегодня много, и, видимо, ставка сделана на владение мячом. Мяч выбит, угадайте, кем называется.
Рэмзи. Две минуты, играть именно столько добавляется. Рэмзи. И разрезающий пас на ход. Действительно, здесь есть небольшой офсайд, так что арбитры правильно разобрались, да и момент был не самым опасным. Азар. Финальный свисток. Великолепную реакцию демонстрирует голкипер. Рэмзи. И пробил. Это мимо. Опасный момент. Есть вариант развития атаки. Удар. И они все-таки забили. Счет в матче открыт. Вела команда игру, контролировала мяч, создавала моменты и забила вполне заслуженный гол. Минимальное преимущество одной из команд – это...